Грациозные и мощные. С 17 по 19 сентября в Днепре сотни лошадей и всадников со всей Украины показывали, что такое настоящий конный спорт и яркое шоу. На всадников и их лошадей ожидала борьба за звание самых красивых и ловких. Они соревновались в командных и костюмированных состязаниях, в прыжках на мощность и, конечно же, знаменитое конное шоу. Шоу с разнообразными препятствиями и сложными маршрутами. Проходили соревнования на территории конно-спортивного клуба «Клименко Стейбл». Его владелец Анатолий Клименко говорит, что организовано это мероприятие не только для популяризации конного спорта, а и чтобы показать днепрянам яркое событие, на которое вход свободен. Смотрите, люди не разъезжаются. Мы будем стараться делать это чаще, масштабней, для того, чтобы не только популяризировать конный спорт, а для того, чтобы было что показать нашим детям, будущим спортсменам и участникам конно-спортивных соревнований на всех площадках Украины. И оказывается, что конный спорт – это не только выполнение различных задач и преодоление препятствий, а еще и самая настоящая творческая деятельность, которая требует креатива. Вы, если наблюдали костюмированное выступление, то мы не просто там детей готовим к какой-то спортивной карьере, мы стараемся развивать их и творчество, да, вот они готовили там специальный у нас маршрут был, так называемое костюмированное шоу, они там за 2-3 недели готовили костюмы, писали сценарии, это их объединяет, это командная работа, это командное такое движение, и это очень важно. То есть дети не сидят в гаджетах, а они пытаются что-то делать, помимо общения с лошадью. То есть общение с лошадью – это вообще отдельная тема. Ну а посмотреть на это зрелище прибыло более 3000 днепрян, которые и открыли для себя, что конный спорт в Украине не только живет полной жизнью, а и имеет богатые перспективы. Великолепно. До этого видела конкурс только по телевизору, вживую все намного интереснее, и мне понравилось, замечательное впечатление. И получаем настоящее наслаждение от природы, от таких замечательных животных, как кони, это всегда прекрасно. Ну и хорошая атмосфера. Спасибо за такой праздник. Днепрянам шоу, а спортсменам титул и денежное вознаграждение. Это будет очень высокая оценка спортсменов, где будут участниками розыгрыша призов на разных высотах не 3, как в обычных соревнованиях, а 5 и 7 некоторых, где будут и спортсмены, которые недавно только занимаются, они на небольших высотах будут иметь право и возможность получить гонорар за свою работу. Отметили организацию и сами участники из других регионов. Мне очень все нравится. Очень хороший грунт и красивые барьеры. Все очень хорошо.